Спецмашина с громкоговорителем, из которой звучит призыв «Оставайтесь дома», начала курсировать по улицам города 11 апреля. И с этого дня по Полевскому ежедневно будут передвигаться автомобили, которые по громкой связи напоминают нам о необходимости соблюдения режима самоизоляции. Первый такой рейс в субботу выполнил автомобиль пожароспасательной службы Северского трубного завода. А с воскресенья к ней подключились и экипажи полиции. Выезжать авто будут ближе к обеду и курсировать по городу в течение нескольких часов. Маршруты распределили таким образом, чтобы охватить большую часть города. График составили, чтобы не нарушать покой жителей и не напугать их. Оставайтесь дома. Не покидайте квартиры и дома без крайней необходимости. Решение об информировании граждан о необходимости не покидать место своего проживания было принято городским оперативным штабом по недопущению распространения коронавирусной инфекции, которым руководит глава города Константин Поспелов. Учитывая, что выходные дни люди у нас свободны, погода у нас была хорошая, учитывая весь контекст ситуации в том, что у нас на сегодня 4 положительных результата, мы приняли решение о том, что нашим полевчанам необходима, наверное, дополнительная такая мотивация. Мы это решили сделать путем информирования. Ну, как донести до наших полевчан то, чтобы они максимально выполняли указ губернатора, выполняли все инструкции по применению средств защиты и самоизоляции, поэтому обратились за поддержкой на Северский трубный завод. Спасибо огромное за поддержку. Была выделена машина пожарно-спасательной службы, которую мы использовали для того, чтобы она передвигалась по городу, по северной и южной части и информировала наших полевчан о том, чтобы они продолжали оставаться дома, если они вышли, то вернулись в свои дома. С уважением относимся к людям в погонам, слушаем, обращаем внимание, возвращаемся домой. Не могу сказать, что пеших полевчан было заметно меньше, чем в привычные дни, но вот автомобилисты как-то вот все равно не слушались. Поэтому, ну, я считаю, что мы внесли дополнительный вклад в эти выходные. А это уже стационарная точка громкоговорителя на здании многопрофильного техникума. Сложилась очень сложная эпидемиологическая обстановка. Мы стали свидетелями пандемии нового вируса COVID-19, которому у человечества нет иммунитета. В администрации города считают, что это необходимо, чтобы более подробно информировать граждан о ситуации, необходимости соблюдать основные мероприятия по самоизоляции, чтобы эти дни, которые признаны выходными, реально послужили на благо борьбы с коронавирусом. Ксения Болденкова, Алексей Карипанов, Сергей Чужов. Новости 11 канала.